ремонтной станции. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. Я использовать эту способность. Не сейчас. Давайте подъезжайте сюда, чинитесь. Блок поставим в шкаф. Сейчас мы всех сумнем. Типа Макгрегора. А вот за ним стоит. Сядь. Тыкайте в шкаф. Сядьте кто-нибудь в пушку вот этого разрушителя справа стоит. ДЦ хапал, это охеренно. Ну тыкните в сумон, алло, есть кто-то вообще? Два человека сумоним и начнем. По машинам там рассаживайтесь, чтобы по два человека было в осадке и разрушить. Привет. Здорово. Чоппер по одному. Ну тыкните в ссаное сумон в это. Все, я в чоппере. Буду типка. Так, у кого место есть? Так, квадрат первый КА сбивает. Треугольник второй. Квадрат, треугольник, у вас по два человека сидят? Нет, в квадрате один. Землячочек мой, мы вместе, белорусы. В квадрате один, так значит пересядь стрелка место. Стрелок сюда, пересядь. Квадрат, буду типка, садись. Буду типка, где ты? Да я сел, уже забагался, сейчас. Блять. Че вы багаетесь? Давай лобы быстрее. Вот и сиди и жди, сейчас тебе человек сядет. Вот, подраться здесь. Сел, да? Все, чек на пуп. Идите мобов убивайте. Этих дураков. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. А сколько одна этот жидкость толщина на регенет? Если присядет. 25. Надо подождать. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадим все ум! Стой! Берегитесь, к вам что-то приближается! Давайте. Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Обнаружены противники. Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Сразу на роботе идет. Сбивай КАЗ, сбивай. Подъезжай ближе, электрошок. Как там дела? Нормально, весь КАЗ прошел. Я ж написал ему, что мы первыми КАЗ сбиваем. Ну, вы не сбили КАЗ. Ну, к водителю. Да я зацепил, я типа далеко подъехал. Давайте, кто-то подъезжает, все добивайте уже. Можно было арбитафию сделать с таким ДПСом. Ух ты, какой меч! Обоссанный какой-то меч. А ну ты... Плюс один. Вы не секете просто. Если никому не нужен, я... У римских легионеров такие были.
Если никому не нужен, давайте я вам покажу. Красивый меч. Ты мерзкий? Сразу, короче, чек на пул. Ну там, пока едем на конях, чек на пул. Три себе всем каски. Подожди, ману. Три гени могу. Да, три гените там, подъезжайте. Так, я в ДД спекаюсь? Да. А то ты, блядь, постоянно моросишь, блядь. Ой, блядь, я не знаю, как это танчить или кто танчит. Давайте подъезжайте, бафы в ход наплакал, конечно, но, блядь. Чё, винта есть, пусто баф есть, лапа есть, каска есть, чё тебе надо? Нормально. Погнали, время, деньги. А вон третью поставь в стрессе. Чек на пул окончательно. Триси принимай, начнем. Ну еще каску не дал. Триси, каску, да. Все, погнали, в бою. Красава. А вон поставь третью. Сердце появится, сливай. Делаем хэ. Скоро сердце скрипит. Надо будет молиться. Убивайте сердце. Сердце убьем, давайте Геру. Какой Геру? Маги. Маги Геру. Жажда крови. Так. Бейте трэш, развернулись все в трэш. Бейте этих криберов. Чем мне нравится ХМ, тем что трэш вышел один раз и все, их забудьте. Искру убейте в мелизоне. Надо ее убивать. Блядь, ты че на тапках улетел? Смотри, перышко на себя кинь. Да, левитацию. Умирай. Выжил, не? Лол. Попал вместо служи. Да это пофиг. Ты на тапках тут залетел, да? Жизни, вот ее надо убивать. Давай, убили. Она уезжает по рейду. Лишний дамаг. Хилы не справляются. Убийство, минута, можем не успеть. Я бы без фармаша побил полбоя, сука. Так, кожа, это на рогу походу кота, на посланник. Портуемся, Макгрегор в танка. Так, пока не лезьте, надо будет слить первую приоритете мобов, на которых поставил мед. Отпивайте. Грегор танк. Штруделя берите по 80 штук сразу. У кого-то тайфун из сов есть? Не. Блять. Спекнулся, Макгрегор. Я. У конскьюли допишите. Приготовились, выбрали кружок, сейчас его уничтожите, этого пидера. Уничтожайте его полностью. Он кастует пидер. Вроде я отойду на минутку, прицеплюсь. Убивай.
А, ну хорошо, в случае чего откидываю. Макгрегор, тяни, Ромби. Кидают, смотрят куда-то. Но они типа отворачиваются в таргет туда, куда кидают. Ты просто единственное, что не поймешь, сорвали с тебя или не сорвали. Ну так, что они не срываются. Чисто они беспорядок делают. Так, тут два моба тоже, которых прилететь. Но сначала мы рослых убьем. А может и нет. Давайте, все в ромбе. Видите, потом бури меня поразили. Мы сейчас рослые подойдем на карту. Стоим, ждем рослых. Ребят, мне совет без смертей нужен. Не умирайте там, пожалуйста. Извините, у нас два БДК танка топа. Уже 7, по-моему, КД подряд, я не могу его сделать. Изи. Гонок полагарный сделаем этот, под яйца, хэм вижн. Ну да, там за 12 секунд слиться до 30%, потом руки просто забыть одновременно. Не, подожди, подожди, как оно? Обезручен, обезручен, сорян. Да, обезоружен этот. Да там, где надо слить две руки и его самого в течение 15 секунд, как так? Да, 12. Да, там можно до 30% тела залить, а потом просто сразу одновременно да, да, две да. руки слить. Там так и надо делать. До 30% тела и потом две руки одновременно залить. Ну давайте, кружок. Пошли собрания. Ключ может кто делать будет. Надо на слово последним. Это типка, посмотри, как этот меч сейчас будет смотреть. Ой. Не великана надо, а на слово будет болгейма. Только ты тут. Макгрегор, ты который сразу не сможешь. Есть, как бы можно сделать на изи. Что ты говоришь? Ты не сможешь трансмутить топоры в мечи. Не-не-не, я у меня меч второй. Так тогда ключик не будет падать. Дай пофиг. Не последний. Последний остался петух. Ну короче, знаете вот что такое фиолетовый цвет? Это когда. Ну, фиолетовый цвет, красный-синим, короче, да? Вот, так вот, когда мы. Когда рослый последний живой останется, надо будет кинуть АУЕ в фиолетовую метку на полу. Из нее будут выходить элементали. Если не доходят до человека, они по 30 тысяч взрываются. Вот, ну, то есть, чтобы они не доходили, у них там 1010 хп, нужно, чтобы они умирали сразу. Две совы, маг, лок, кидаете свои АУЕ. Лок кидает огненный ливень, маг кидает ледяной ливень. Совы кидают две грозы, короче. И тогда
мы нормально убьем этого босса. Ну еще там будет зеленая метка, от которой надо будет отбегать и диспелить с мага щит. Красный такой маг там будет диспелить. Сначала убьем карлика, потом убьем великана, а последнего рослого чернопуга. Не срывайте агро, не умирайте тут, пожалуйста. Так, кто кого держится? Ты держишь маленького, я держу двоих. После того, как убьете маленького, заберешь с меня великана, самого огромного. Все, побежали. Ты маленького, все маленького бьем. Ну и от фиолетовой лужи, типа, надо тоже отбежать. И потом туда уе. Если они до кого-то добегут, это писта будет. Сбивайте косты по возможности. Так, так. Кастер в синюю рожу. В синюю заходить. Давайте быстрее этого мелкого дурака. Смолгейма, красный щит маг забирай. Забрал? Красавчик. Да, подходи уже ближе к росту, к великану, и заберешь с меня великана. Забирай великана с меня. Так, бейте все великан. Ну, хп все равно восстановит там. Как это там уже зеленый? Так. Сейчас это исчезнет. Не стохните тут. Засчитуй пока первый бать. Так, лужи зеленые разбежались. Разбежались, сейчас зеленая будет. Разошлись РПД. Вот, 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 нормально. Я в лужу не убил. Все, в синий портал встали во второй. Бейте рослого сильно. Во второй синий круг встали. Вон он появился. Бейте сильнее. Никто не умирает, защитил хорошо. Обновление по накидам. Все. Давайте Геру. Так. Значит, смотрите. Когда фиолетовая метка появится, надо от нее отбежать. Приготовьтесь. Забейте на все лужи, которые вы видите. Готовьте АУЕ. АУЕ готовьте. И зеленая сейчас будет. И зеленая сейчас будет еще. Приготовьтесь разбежать. Давайте на всякий случай разбежались. Разбежались. Вышли с лужи, стой. Сейчас зеленая будет еще. Не помрите. Так, не заходите пока. Стойте до РНЖ. Вот, вот, с фиолетовой. Смотрите, где она. И зеленая. Вот туда АУЕ дали. Туда АУЕ дали. Дали АУЕ туда. Дали все АУЕ, забили на босса, дали фиолетовую АУЕ. Видите, элементали выходят. Вот красавчики. Она исчезнет и добьем босса спокойно. Макгрегор сейчас добьет, это нормально. Макгрегор, бей босса. А, ты штанг. Ну и все, блять, все, вот. Изи. Ууу, заебись, сука, ебись. Молодцы, ребят. Ты что, тапки эти не хотел? Нет. Так, ну я не знаю насчет, блядь, обезоружен, блядь. Давай, сейчас все четенько сделаем. А что там делать надо? Сначала сливаем обе руки, потом доводим тело до 30% и стопаем. Главное не снести его меньше 15%. Там надо не до 30%, а то... Ну а почему? Типа ты если две руки убьешь... Это смотри, он, тоже, если да? Две руки убьем, он сдохнет просто и все. Смотри, когда... Да? Давай я тебе объясню. Да, вот да. Когда ты убиваешь руку, ему сносится 15% да хп. Я знаю, что 15. Вот ты должен. Мы должны ему оставить что-то между 30 и 15 и залить обе руки потом одновременно в конце. И все. И он тогда сдохнет одновременно. Ну главное не меньше 15, а то пиздец. Да, только сначала нужно сразу правую руку, которая называется правой рукой, сразу сходу слить. Чтобы она никого да, не хватало. Все правильно. Правая рука это звезда, левая рука это без звезды. Не, можно типа убивать всегда правую руку, подбить типа левую. Да похуй, потом, сделаем когда две руки. Него... Похую. Так, сейчас мы убиваем две руки, а на вторых руках уже одновременно их сливаем, две вторые руки. Так, значит, когда нету дефа у танка, танк говорит в РК, Алпич, кто там, Алпич ЖДЦ, да, даешь зубы на танк. Да, да. Вот. Ну давайте, я сейчас побегу первый, и Макгрегор, когда скажу, заберешь. Все правую руку, звездочку бьем. Где вы все там? Так, давай, чик, руку быстрее. Давайте левую. Давайте другую руку, быстрее.
Ты будешь... Так. Сейчас запустим. Сейчас еще постой. Царапина. Подбейте босса до 30. Сейчас сильнее босса подбили, сильнее босс. Пока руки не выросли. Не успей. На рука 18 секунд еще тупо. Сколько там? Стопать уже? 39 уже, стоп, по стенам, стопайте тело. Сегодня бить нормально. Сейчас руки. Только одновременно можно залить руки. Одновременно их надо залить. Так, сейчас до 200 тысяч без дотов. Стопайте. Левую бейте. Собираем уже. Макгрегор. У тебя деф есть, Макгрегор? Да. Круто, давай. Бейте быстрее эту руку. Убивайте правую, вторую. Левую. Давай. Правую свечитесь уже, дадут тебе побей правую. Правую добивать. Лице. Лице, молодцы. Лучший найт без шамана. Потому что РДД собрал. А не медиков из понтов. Истерию на себя кидают. Короче, кошатница, ну бля, я не знаю. Тупо зергами. Или чё, или чё надо, чё надо? 9 жизней? Да. Порту, давайте, 9 жизней. Сейчас у меня макрос есть. А чё делать-то? А сейчас сначала трэш бить, смотрите. Вот, блядь, вот давайте вам объясню один раз. Все идите в звезду, встаньте сюда, блядь, за стеночку. Макгрегор сейчас и я поднимем сюда и их отвернем спиной к вам. Пидоров этих просто. Вот сюда. Все, теперь бей. Так, часово сорвала? Наверное. Так, резайте пока что ману, отпивайте. Так, Макгрегор будешь на боссе. А, карась. У нас мы не сделаем 9 жизней. Почему? Потому что у нас нет антифира никакого. Мы будем просто зергать сейчас. Слушай, у нас есть 3 антифира. Да это хуйня, это 3 антифира, блядь. Кас не собьется и пизда будет. А он не собьется, я гарантию даю, блядь. Так, будем просто зергать, сейчас приведу мапа. Тут макс киловый, он может прожать волю и сбить каст. Да какую волю? Волю КД сколько? Ну один раз он, другой раз 4 приста, а потом он откдешится. 3 приста. 3 приста, да. Че, я прям сейчас вешаю на войда. А что, не будем делать безумную кушательницу? Не, наверное, не будем заморачивать. Потому что время. Не, можно по идее, если вы все идеально сделаете. Мне нужно будет дикого начать. Надо будет его 9 раз убивать. Так. Но я сомневаюсь в этой хуйне, так что не будет. Нежить тут. Так, я маг. Так. Блок нежить. Блок не сбивает. Ну я могу позвать Пета и сбить. Не, короче, не хочу, блядь. Это... не знаю. Ладно, когда воин будет, когда-нибудь. Кого нашел, где? Чё ты там? Про кого он говорит, кого ты нашел? Дайте маны Триси попить, он говорит. Все, сейчас, короче, смотрите. Зергаем просто. Макгрегор босса. Все стоят в Макгрегоре. Чтобы ультразвук вас не убил в квадрате. Вот. Я две кошки. Кошки сначала заливаем, сразу прям выливаемся в них. Потом дальше будет босс дикий и все. Дикий появится, дикого я буду лечить. Так, все, сейчас эта дура идет уже. Чек на пул. Mm-hmm.
А может кошатницу сделаем? Да, котов не убиваем. Ну, кошатница это чё, блядь? Это как? Это котов убивать не надо первых, чисто юзергануть и все. Ну похуй, ну давайте, похуй. Давай, да, Грегор, же... вот сюда будешь это самое рейд стоять, я вот сюда этих дураков отведу. Котов, ага. Все, агри дураков. Шамана плохая идея, ну ладно. Ну все, вливайте босс. Тут на вас иногда прыгает, но это попка. Вот иди дальше, там Старфолом заливаются коты. Ну Старфолом, блядь, прилично так-то. Там достают, там уже хватает. Больше просто да не, уб... не убьет их там, от нее осталось сразу. Не жмите просто Старфол, все бейте босса быстрее. Еще ж... это... сейчас смотрите каст. Вот кто. Вот красавец. А, это красавцы. Так, сейчас что-то. Походу зеленете. Все уже добивайтесь. Даже без смертей сделали. Че и камень упал. Дерьмовый. Звук красивый. На энха, типа, можно пузать. Ай, заебись. Сука, надо, вот я понял, как надо ульду собирать, блядь. Берешь 6, сколько тут? 6 РТД, блядь, 2 танка, 2 хила и пошел, блядь. Звезде. Можно и не одного шамана. Нахуй шаманы, блядь, шаманы для бомжей. Было бы идеально, если бы в рейде Макгрегора тоже не было. Не, энха, типа, можно. Он тут все будет делать за всех мириков. Только не наступайте в сугробы. Это слишком мощно, чтобы наступать в сугробы. Нас не наступаю. А он не рабочий, кек. Смотри, я лучше из себя кинул, дурака. Знаешь, тут же ж недавно что-то пиксели, типа, чтобы мобы на этом, на Йоксароне, типа, стояли там в старте. А, да нам похуй его. У нас 6 РДД, блядь. Прикинь, как комната будет убиваться, 2 ШП, 2 совы. Просто идеал. Там десятки нет проблем с комнатой никогда. Там одна комната пусто. Справа, со мной вот тут он, сугроб не наступить, он рабочий. Да, он был рабочий. Так, смотрите, лут из ХМ режима. Надо кому-то здесь что-то с ХМ режима. В принципе, он зергается, как изи режим. Я в ДД спектр, верно? А, пуха 3-7, значит с ХМ делаем. Тут топовый, по-моему, этот щитец падает. Там на посох падает топовый. Я перепутал, это же этот ходер, блядь. Мы же всегда ХМ делаем. Я про Торима подумал. Ну тогда. Да сейчас с пула звездопады и. Стой, дай спекнуть, дай спекнуть. В ДД, да, в ДД. Это здесь так и не набирать ледяные? Ага, тут как на Киристразе, знаешь, в Нексусе. Бегаешь туда-сюда, типа. Понял. Как противоположность на совете в ХМ, типа там не бегать, а тут бегать наоборот. Чтоб стаки не копили, чек на пол. Звездопады с пула, там будут эти, склеп, алпич готов, все, так, приготовились. Вот звездопады дали. Кого там грозовая тучка, подходим. Будис, осторожно. Никаких рекламных.
Да вон стол, костёр. Ручка пишет. Сходить со всем бабам надо. Блять, что ты делаешь? Тучка сходится во все костры, в столбы. Вот с круга вышли, недалеко только стоите, вот как звезда. А теперь зашли, зашли. Так, смотрите, еще раз звездопад. Три еще раз. Подойди, маг, к этому. А чё ещё раз с этой грозовой разрядом или чё там делать надо? Рейд заходить, он дает баф рейду, но ещё на бумагу. Там на что-то он дает. У тебя есть ханс, ты будешь хантом пошел. Какого есть хан? Ну, он тут какой-то поиск пишет. Нам-то минус хил надо будет. В комнате там можно. В комнате такое. Как будто тут надо проехать. Так. Короче. Я не знаю, кто живучий тут будет, шипы или сова в комнате. Здесь ШП, конечно. Сова там такое. Ой, не в комнате, на арене. На арене-то что там? Только это... Защитник, от защитника отбегать. Да, всё. Хорош. Как там Войд говорил, не надо убегать от Долара. Да на Синдре меня аж бесит, блядь. Сейчас подождем, санитация пойдет. А, ну все. Блядь, глыбу относит. И вот носит ее к стене, блядь. Ты еще в порт. Да, вот Доларан, блядь, протонись, блядь. Обнови касочку. Крыси. Он отошел. Он АФК. Давайте пока мобов убьем. Смотри, через себя сейчас его кину. Дам. Э, Вась. Хорош. Ой, танцуха на ДК. Короче, блять, в комнату пойду я. Бегите. Так, Дуду Типка, останешься на арене, базарить там. В комнату пойдем. Блять. Блять, не понимаю, что я делаю.
Так, кто лучше на арене будет, Холипал или ДЦ? ДЦ на арене лучше будет. Так, в комнату пойдет еще, блядь, пижон. Да, что я делаю? Куда? Просто ники назови и все. Не надо там ничего перекидывать. Короче, да я что-то вот хуй знаю. Так. Короче, блядь, идут типа пижон и Олаф, идете в комнату со мной и Трисия. На арене остается ДЦ, да? Так, на арене остается первая пати. Макгрегор в танка. Макгрегор тут? Да. В танк спекнулся? Да. Так, ты на арене. Первая пати на арене, вторая в комнату. Пробегаем быстро, зергаем, спускаемся, помогаем пацанам. Так, значит, маг, контролишь, лок. Что? Ну, выживаете, маг с локом не должны умереть. Сова, зедопады, тайфун. У конскюрида тайфун вроде есть, откинешь если что. Алпиш, щитуешь всех по КД. Блядь. Ну и все, там изи убивается, короче. А что в комнате-то делать? В комнате просто пиздишь мобов. Ну смотри, короче, на меня, если два моба побегут, бей того, кого я бью. Короче, агро не сорви. Я тут три не падают на хила и на велика. Жесть. Давай. А как еще раз защитник называется? Защитник клана... Защитник, он, блядь, ну у него название защитник. Вот читаешь, надо говорить защитник. О, насвой такой. Насвой будет. Да я знаю, я просто хотел себя убивать. Убивайте этого пидора уже. На этого пидора и фласочку можно выпить. Пошли в комнату, смотрите, там право-лево надо проходить. И там типка скажет. Погодите, вы? Ну, типка остался. В смысле остался? Это было в горах. Должен был остаться. Что это? Где я? Ну, он здесь с нами, на арене. О. Ну ладно, смотри, со звездой тогда у меня бывает в стан кидает. Право. Сова, отойди. Жон. Защитник. Этого пидора. Надо встретить Джан. Ну на хэме там надо в рейндж пошли. Сейчас, короче, прыгаете все вниз, я сагрю босса, дадим геру и зальем. Прыгаете вниз. Чё-то мобы не выходит. Ещё ну вот сейчас прыгаете, нормально. Давайте прыгайте. Сова прыгает. Все, заливайте эту пачку. Заливайте этих пидоров быстрее. Готовились. Да залибайте уже, блять, пробудителя этого бегущего. Все, прыгай. Расходитесь, бранж. Еще мог пофиг. Пока я. Маба забейте, убейте. Короче, танчи. Макгрегор и хилим. На рейндж встали, все 15 метров стояли друг от друга. Она. Отойди чуть назад. Давайте убиваем. Черно. Так,
Так. Так. Какие-то дефы есть, какие-то нажимай, короче, какие-то похуй. Не зыблемся, дай сейчас что. Отдал. Да. Зубы там можете отдать. Заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Киджал бисовый на охуенно. На мутика. Намбов. Намбов, блять. По-моему, я сейчас переагрил до того, как он на тебя дебаф кинул. Или нет? Да, да я не зиблимся, да, уже было плохо. То есть, он на тебя кастовал, а я переагрил, и он тебя ёбнул. Он, смотрите, бессмертно он собирает. Ну, бессмертно такой не агрил. Как Фрей убивать, будем стать и снимать, либо кто-то перезайдет. Так, чё мы в прошлый раз? Это, надо кому-то вот это, вырубка, хуирубка, вот это? Я сомневаюсь. Мне надо бессмертей. Ну тогда зерк. Риси, там надо что-то было. У нас нет ханта. Ни пара, никого нет. Мы не сможем, да, зазербить тебя? Да, го просто трэш убивать, да и все, до 25 стаков там ачивка есть. Ну если я в Африке спекнусь, то там будет 30% хилорез. Он чего может хантом зайти? Кто может? Давай зайди хантом. Этот Макгрегор, ты в танке? Да. Тяни большого. Не, не, обрывайся в этих дураков, я притяну большого. Ну если хочешь, хантом иди, если хочешь. Сейчас ты трэш зальем, поставить шкаф. Алло. Алло. Не знаю. Но. Ладно. Макгрегор, ты тут? Повтори еще раз. Да сколько ГС хант у тебя? Алло, что ты еще раз говоришь? О, шея какая-то упала. Санка. Давай шкаф. Я тут. I'm here. Так, пока что пошли. Убьем еще трэш. Пристав. Шестую группу будем пытаться что-то. Вроде так хорошо, тепло, блядь, заебись. А кем? Так. Грегор, притяжка есть и небольшого. Есть. Забавно, да? Всех этих боссов убивают, и они становятся, ну, дружественными, то есть их, ну, да, не убивают, им дают, да, пизды. Да. А Калагар, ну, голову, блядь, смотрят. Ну-ка, ебать, вот. С
что всего Эльдуар единственный, кому ебало. Отошли, отошли назад, блядь. Макгрегор в ДД. Сейчас будем зергать. Значит, рост с пула. А может еще в одного хила даже? Как думаете, проканает такая хуйня? Да не обязательно. Не, не проканает. Вот. Там если мелкие эти вырезать цветочки, такое будет плохо. Ну тогда ладно, тогда чип на пул. Сейчас... Посухой бить можно, нет? Хуя чем хочешь, но в босса надо. То есть запас пула дайте там, да. Чтобы когда мелкие вырезут, типа это. Да. Все, ой, короче, не получилось. Приготовились на счет 3 с пульнем. 1, 2, 3. Я пуляю. Хуярим со всей силы. Дай пес. Давайте, Гер. Не надеюсь, чтобы буду четко сказал. Да в грибы, блядь, в грибы. Под грибы. Вы не сможете. Грибы хан. Все в грибы. Вы не сможете там аж сильно бьет. Сильнее, где ваш ДП? Дерево сзади убейте, дерево. Зеленое дерево. Ебать. Чего вы это дерево не заливаете? Дерево надо заливать, если оно вылазит всегда. Нет, его не надо заливать, вы чё? Грибы, когда вырастают, заново нихера не можно делать. Фу, нельзя ничего делать, короче. Всё. Дерево надо убивать всегда. Уходите, сейчас это убьем. Тут портал сразу. Не, без дерга, ну, с герой, с деревом, похуй вообще было. ДПС. Да и без геры нет, оно очень легко убивается, ДПС должно хватать. Зачем дерево-то убивать? Да. Зачем мы не убили там? Как вы сдох? Да вообще надо было, по сути, убить. Потому что дерево сало дает. Ты чего они сдохли? Да дерево, наверное, убило. Я бы это дерево притянуло нахуй, но. Го, еще разок. Макгрегор только посильнее дамаж, что-то 7к, все за хуйня вообще. Прям еще сильнее дамаж, что-то мало надо дамажить. По 10к давайте все зайдем. Куда надо? Разжирение жизни. Без смелтей типа провалено, можно что-то сделать другое. Да уже похуй. Сейчас Мирона быстренько без смелтей. Мы без смертей хотели, да? Так что, может вырубку сделать? Ну хотя попало нет. Такое. С попало будет сложно. Давайте фулбаф. Рыба есть. Еще поставил. Да, серию не забудь. Жрите рыбу. Я хочу еще целка сводить сегодня, если онлайн будет хороший, там за 30. В идеале, конечно. В идеале? В идеале. Чё? Сейчас мы эту дуру поднакажем, покараем. Все, короче, чекаем. Подходим, сейчас я эту дуру приведу. Подходите ближе, подходите. Так, сейчас где она шляется, блять. Он у нас спалась куда далеко. Ты забирай дерево на себя, будет. Да, если будет дерево, давайте его лучше на блекха подальше, блядь, зальем. Ни хуй забить не надо. Не, просто я беспокоюсь, что гриб, когда исчезает, выросший, он типа надо перебегать или дамаг потерять, и так дольше будет бить. Сейчас эта дура идет уже почти. Древний. И сюда, сука. Нам сейчас просто повезет и выйдет не дерево. И все. Ебать. Только босса. Сука. На истерии. Вы там стопайте АУЕ или на пизда? Они ж клопнут сейчас. Зеленая ветка. Видите, босса сильно. Так. Ау, еще приготовься гимнах. Приготовься к нашему клопу. Там не спасет никакой гимн. Суп спасет.
готовься. Могли бы Алпич считай, Алпич считай, Алпич считай. Читай на ходу. Тут гибко читай на ходу. Тогда бейте 40к. Себе. Короче, ну его нахуй, блядь. Полетели. Блядь, пиздец, чуть-чуть не добили, а. Прости меня. Думаю, типа, зря не прочитал, надо было прочитать. Да не. Такое. Думал, добьем, там уже осталось. Эти пидоры вылазят, видишь, маленькие нахуй. Их вообще нельзя бить. Так там все пидоры вылазят, там типа, ну, там все плохие мобы, какие бы там ни вывезли. Этот дает, блядь, сало, эти грибы ебаные, эти, блядь, потом нас убивают, те откидывают, тут нет хороших мобов. Можно убить, типа, один пакт. Или два, да. Я тут, знаешь, что подумал, может быть, спекнуть хила, ШП, и тогда мы убьем нормально. Давай, Алпич, в ШП. Твоего дамага не хватает, блядь. Не, просто когда... Еще, не, короче, можно... это третий пак, это другие мобы. Не раскидывать будут, тоже сдохнем уже. Можно типа этого в танка, хотя в ДД. Так, мы больше дадим ДПСа. Три ШП будет еще. Да, кстати, Макгрегор, давай в танка. Сбивать косты умеешь. И я, кстати, ну, дамага больше будет. И танк. Здорово. Здорово. Плава, до скольки вечера несли по времени? До 11. Понял. Так, Макгрегор спекнулся? Yep. Так, я в АДК сейчас... Сейчас шмат поменяю. Херен ДПС. А, короче, идем, блядь, в одного хила, в одного танка. Зазербим эту дуру. Ешься, ладно. Только если дерево выйдет, там дай в него пару ВПшек, чтобы оно никого не било. Да. Угу. Но дерево убивать же будем. Не, босса хуярим с таким количеством дамага, нахуй эти деревья все. Если смотри, если выйдут три моба, короче, дашь войско сразу и все. Маленький похуй убьем точечно босса. Все, чек. Здесь я буду сейчас чешку отдавать или что там. Все. Подбегаем, Макгрегор. Подбежали все, агрим. Пиарим эту дуру. Грибы, грибы. Подведи босса к грибам. Как я буду бить? Видишь, гриб исчез, нахуй. Как я буду бить? Давай это прожив. Да, скажем. Аллилуйя. Блять, вот эту голову одеть бы, ну такой вот голову в реальной жизни, там из резины или из чего-нибудь, и, блять, из темноты выпрыгнуть и пизда. Просто пизда. О, меч такой же, да, упал. Блять, охуенно, ролим. Ну давай, ты будешь в танке, короче, так больше дамага будет. А я не знаю, мы в одного хила убьем Мемирона, изи мод. Не-не, я спекну забыться лучше. Да. Чтоб бессмертие точно сделать. Скажи, тип, полей я сейчас одену, ты посмотри. Какой порт? Искра воображения. Да вот красивый. Смотри, как он хилил охуенно. 13к, блядь. Еще говорит ракан. Писи, хилит лучше Джерриона, блядь. Сейчас у него еще волонерчик скоро будет. Вол.
Это гуманировать такое. Гуманировать не надо его. Не знаю, Джерион там с Вуланиром нахиливал, как Ршон. Ну, а они там на личи. Блять, а у меня бой, я типа кого-то атакую. Ну, если в ДЦ есть, типа, Вуланиром с полезным. Куда он исчез? Не бейте АУЕ, чтобы бой не повис, на всякий случай. Сейчас проверим, кстати, чтобы у всех боя не было. Так, последний моб, да? Отходим обратно к воротам. А, кто-то стопнул АУЕ бой. Какой бой? У кого бой? Давайте релогайтесь все опять. Я тоже бой войс. Так, что тогда делаем? Как в тот раз распускаем? Их? Вот ты скажешь. Давай, скажи, стараемся без смертей сделать. Да без смертей изи. Изи мод тем более с таким дамагом. Сейчас на подгоне пати покидаем. Блять, эти два меча было бы охуенно сбрасывать. Так, потом йог, потом алгалон, там пробуем слезы сделать. Сейчас я на кладбоне появлюсь. Какой-то пал сидит, Алик. Кого? Либо не было? Пал один какой-то, Алик, я его отпиздил уже, бабу нажал. Он не звон, добейте его, хан какой-то ебашит. Бля, не успел заспрыгнуть. Сука, улетел, гендон. Да и повесил бомбу на него и маг, и я порчу. Сейчас нужно быть это близко приземлить. Вон он валяется. И его доты убили. Посмейтесь над ним. Да, он уже встал. Блять, как вчера меня этот, или позавчера вар ёбнул, плюнул в меня. Сука. Зато потом я его типа. Так, Гуди, это конспирит, кто еще остался? Макгрегор, где ты, блядь? Плюсанул. Трисио. А, Трисио Хатс. Все есть. Сова. Конспирит. Конспар. Так, а кто из них живучий, блядь? А, еще это надо убить, как и дракона, короче, которого мы оставили на фиг. Там пожарить надо, всем этих осталось двух. Кого? Мне да, нужно съесть. Всем штук осталось. Не, просто потом пойти дожарить. Да в конце, потом, после йога. Так, это, из кровоображения спускаемся вниз. Ну, Дутипка, знаешь, что мне осталось для славы рейдера? Не. Пожарить 7 дворфов и запах сранита. Изи. Давай запах саранита сделаем сейчас. Го, сделаем внутри саранит. Изи. У
Вообще одни из ячих тебе остались. Так, пижон, где ты, блядь? Пижон, портуйся. Да ляпшу я, ляпшу. Так, изи мод, значит, Макгрегор танчит. Два хила, 7 ТД. Пожарного не будем делать? Нет. Так, чек на пул. Тут хуйня будет, конечно, пожарная. Так, ну и... Может, сделаем этот надмозг атакует, плюс 3, все, может, бомба похлопать на первой фазе бабли. Или просто в них не наступать. Запускаем Макгрегор этого пидора. Не наступайте, но в мину у нас один мирик и один танк. Ты помнишь, в какую сторону бегал? Хилап. Yep. Нет, давайте звездопад, оставьте его на эту, на пушку. Не отдавать? Не, на пушку оставь. Блядь, ты минус забыл, красавчик. Похую. Ты хуя, похую. Уебок, сука. А там кто-то в этих цитатах Дарков уже выложил его, вот это выражение. Да я выложил. Не взорвал еще, у меня поддон написал бы. Кстати, в прошлый раз у меня полоски фрейма эти были над минами, то есть хп мин показывалось, а сейчас нет. Но если, там если типа он был под щитком, то и он не прошел, то это не считается. А, ну хорошо. А он был под щитком. Ну и все. Так. Так что не наступайте, может, сделаем. А, это ачива была? Да, мины нельзя наступать. Блядь. Только понял, блядь. Сука. Угу. Только дай тогда кидай на всех щитки, а то наступит кто-то. Да у меня фул, этот все защитовано. Не-не, сейчас будет у конкретной фазе, простите сейчас. Еще башка будет, смотрите. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, куда... Да тут одни кастеры в рейде, они сейчас сдохнут по башкам. Да. Убивайте башку, миллион хп. Быстрее, сильнее, 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 сильнее. А это уже будет. Надо скидай, кто что бьет, чтобы заебись убить. У меня ДБМ, чтобы забагался. Весь раунд еще. Показывать мой дамаг. Меня тоже. Версия. Ну ладно. Ну в моем я на первом месте. Бошка кто бьет? Хант, Лок, бьете бошку. ШП, совы, низ, туловище, смотрите. Ну одновременно просто переключайтесь в ту, который больше, чё бы непонятно. В приоритете центра. Да. Стопайте по низу стопайте. Центр. Обвалившейся галереи налево. Бля, надмозг почему-то только засчитал этому. Ну, потому что ему какая-то другая часть оставалась. Так, она же типа накопительная чего. А, накопительная, да. Не знал. Я там с минами никому ничего не засрал? Да засрал, конечно, уебок. Засрал всем. Бля. Пожалуйста.
Пожалуйста, Глеб. Спасибо, Ибач. А так что, саранит сделаем? Да изи. Валившаяся галерея и налево. Так, Макгрегор в танке. Значит, тебе трэш помогу, потом босса будешь тащить.